Мать лечит простуду своего ребенка паром отварного картофеля. Задыхающийся астматик снимает приступ удушья с помощью карманного ингалятора. Обычная кастрюля и высокотехнологичный медицинский аппарат. Казалось бы, что может быть общего? В обоих случаях применяется один и тот же метод терапевтического воздействия – ингаляция. С древнейших времен заболевания органов дыхания лечили с помощью ингаляции. Вдыхание паров ментола и эвкалипта в лечебных целях практиковалось целителями античных цивилизаций Египта, Индии и Китая. Упоминания о целебных свойствах ароматических дымов встречаются в трудах Гиппократа и Галена. В новейшее время этот метод лечения привел к созданию специальных ингаляционных устройств. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются дозированные аэрозольные ингаляторы. Первый дозированный аэрозольный ингалятор появился в 1956 году. Удобство, компактность, быстрота выполнения процедуры, относительно низкая стоимость – все эти достоинства карманных ингаляторов способствовали их быстрому распространению. В ингаляторах первого поколения в качестве пропеллента использовался фреон. Существенный недостаток фреоновых ингаляторов – участие фреона в антропогенном разрушении озонового слоя атмосферы. Согласно Монреальскому протоколу 1987 года, выпуск фреонсодержащих препаратов должен быть прекращен. Полный переход на бесфреоновые ингаляторы планируется завершить к 2010 году. При разработке второго поколения дозированных ингаляторов, таких как Berdual N компании Behringer Ingelheim, для замены фреона был предложен гидрофлюоралкан. В отличие от фреона, гидрофлюоралкан не содержит хлора и является экологически безопасным. Важным аспектом применения дозированных ингаляторов является обучение пациентов технике проведения ингаляции. Результаты клинических исследований показывают, что правила проведения ингаляции соблюдают немногим более 30% взрослых и лишь 26% детей. Нарушение правил приводит к тому, что основная масса лекарственного вещества оседает в ротовой полости и глотке больного, и лишь незначительная часть препарата проникает в мелкие бронхи и альвеолы. Оптимальная техника ингаляции – медленный, согласованный с высвобождением препарата вдох и задержка дыхания на 5-10 секунд. Соблюдение этих простых правил позволяет увеличить легочную депозицию лекарства в 2-3 раза. Для проведения ингаляции с помощью дозированного аэрозольного ингалятора специалисты рекомендуют использовать пространственную насадку – спейсер. Спейсер замедляет скорость движения аэрозоля и помогает решить проблему координации вдоха с высвобождением препарата, благодаря чему легочная депозиция лекарственного вещества увеличивается до 45%, то есть почти в 4 раза. Еще одним решением проблемы координации вдоха с высвобождением препарата явилось создание порошковых ингаляторов, активируемых вдохом. Примером такого устройства может служить ингалятор Handy Haller для вдыхания препарата Спирива, одного из самых современных лекарственных препаратов, разработанных фармацевтической компанией Behringer Ingelheim для лечения хронической обструктивной болезни легких. Лекарственное вещество в виде порошка содержится в капсуле. Больной помещает капсулу в камеру Handy Haller, прокалывает капсулу и вдыхает порошок. Лекарство применяется один раз в день. Международные эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что заболевания органов дыхания, такие как хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма, выходят сегодня на одно из первых мест в структуре заболеваемости. В зависимости от диагноза, врач выбирает не только лекарство, но и путь доставки лекарственного вещества в организм больного. Использование при лечении респираторных заболеваний лекарственных форм для перорального введения представляется нецелесообразным.
поскольку препарат для достижения цели должен из желудочно-кишечного тракта попасть в системный кровоток и только потом в пораженные органы дыхания. При этом лекарство в печени подвергается активному метаболизму, а к месту своего действия поступают через трахеобронхиальный кровоток, который составляет лишь около 1% от сердечного выброса. Введение препарата посредством инъекции, хотя и сокращает путь лекарства к цели, все же не позволяет избежать нежелательного системного воздействия на организм пациента, а кроме того, травмирует целостность его тканей. Ингаляционный способ введения лекарственных веществ является физиологически естественным, позволяет избежать биотрансформации лекарства до начала его действия и создать высокую концентрацию препарата непосредственно в очаге поражения. Помогает добиться более быстрого терапевтического воздействия, сократить общую дозу принимаемого препарата и снизить риск развития побочных эффектов до минимума. Таким образом, наиболее эффективным и рациональным методом лечения респираторных заболеваний в большинстве случаев является ингаляционная терапия.